состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской республики Джейхоном Байрамовым и специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в регионе, шагам, предпринятым в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе по вопросам, связанным с реализацией достигнутых договоренностей в рамках брюссельской встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве и участии президента Совета ЕС.